Золотой фонд театра Донецкой муздрамы начинает показы, а открывает этот видеомарафон «Добрая история», которая повествует об умении оставаться собой, верить в силу добра и полагаться на магию чувств. Спектакль «Принцессы и горошины». Несмотря на то, что музыкальная сказка адресована юным зрителям, история у нее совершенно взрослая. Спектакль выпустили в 2008 году. Спустя 7 лет сценической жизни именно этой волшебной постановке выпала честь представить Донецкий театр на гастролях в России. Тогда, в сентябре, вместе с нашумевшим мюзиклом «Три мушкетера» ее увидели Москва, Ярославль, Нижний Новгород и Казань. Провести холодный осенний вечер за просмотром этой сказки очень просто. Видеоверсию спектакля вы можете найти на портале «Культура Донбасса». Каждую неделю Донецкая муздрама будет делиться лучшими спектаклями театра, так что следите за анонсами.